отметили с размахом. В четырех крупных городах Турции пышно отпраздновали 200-летний юбилей казахского композитора Тотимбета Казангапулы с награждениями, открытием парка и, конечно же, с музыкой. Наш собственный корреспондент в Турции посетил праздничные мероприятия и готов рассказать, как в этой стране чтут память и наследие композитора. Академического оркестра казахских народных инструментов имени Тотимбета из Караганды длительные гастроли в Турции. Запланированы 4 города – Анкара, Эскишехир, Амасья и Булу. Турне не рядовое. Приурочено к 200-летнему юбилею композитора, чье имя носит коллектив. Сегодня в Анкаре концерт проходит блестяще. Особенно радует то, как нас встречают зрители, искренне, с воодушевлением. Впереди еще 2 города. Думаю, это очень необычное турне. Тотимбет Казангапулы, композитор кюйши, тамбрист, один из основателей школы исполнения кюи в стиле щертпе. Автор свыше 40 музыкальных произведений. Творчество Тотимбета – это наследие всего тюркского мира. В Турции к нему относятся с особым трепетом. Очень красивая, своеобразная этническая музыка. Не могу сказать, что она похожа на турецкую, но что-то общее чувствуется явно. На самом деле в Казахстане юбилей композитора отпраздновали еще в прошлом году. Торжественное мероприятие в Турции решено было отсрочить. Они проходят под эгидой Тюрксой, международной культурной организации тюркского мира. Это большое событие для дружеских отношений, братские контакты между Казахстаном и Турцией. Мы в этом году большое внимание оказываем на 25-летие независимости тюркоязычных стран и посвящаем все наши мероприятия на 25-летие тюркоязычных стран и Казахстана. В каждом городе, помимо концерта, предусмотрены так называемые протокольные мероприятия. Вручение делегации от Карагандинской области знаков отличия и памятных сувениров. В Анкаре к торжеству приурочили еще и открытие парка имени Тотимбета. Парк расположен в столичном районе Этимизгут с 1,5-миллионным населением. Увековечить здесь имя Тотимбета было инициативой местных властей. Называть парковые зоны в Анкаре в честь казахских деятелей искусства, похоже, уже стало традицией. В столице Турции есть парк имени Дины Нурпейсовой и Суюнбая.